США планируют разместить в Восточной Европе и Прибалтике только тяжелое вооружение. Рекомендации перебросить бронетехнику подготовил для главы Минобороны США Эштона Картера главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Филипп Бридлов. Между тем, в Германии НАТО несет значительные потери доверия. По данным местных СМИ, 58% немцев высказались против какого-либо участия Германии на стороне Североатлантического альянса в случае его конфликта с Россией. В Италии против поддержки гипотетических военных действий НАТО против России высказался 51% опрошенных. Во Франции 53%.